После окончания учебного года девятиклассники сдают государственные экзамены. Эта практика ведется с 2002 года. Каждый год ученики сталкиваются с изменениями. 2017 год не стал исключением. Теперь ребятам нужно будет сдавать целых 5 предметов, 2 из которых обязательны и 3 по выбору. В минувшую субботу на базе средней школы номер 1 аула Кашихабль 141 выпускник сдали пробный ОГЭ по обществознанию. В этом году принимали участие и родители с целью ознакомления психологической подготовки. Всего у нас в муниципальном образовании Кашихабский район 13 школ, и в них 290 обучающихся выпускников 9 класса. Из них выбрали предметы по выбору. Сегодня, например, обществознание 136 человек. Сегодня они сдают тренировочные мероприятия. Мы проводим по инициативе управления образования, по приказу управления образования, мы проводим тренировочные мероприятия. Это с целью психологической подготовки детей, чтобы они знали все компоненты, каким образом проводится это мероприятие. И мы будем проводить в рамках ОГЭ, то есть все по требованиям, по инструкциям. Сегодня работают все школы, все директора и работники управления образования на территории пункта 21 Кашихабской СОШ номер 1. Следующий экзамен будет по географии на базе этой же школы. Пожелаем удачи выпускникам.